От автора франшизы «Остаться в живых». «22 сентября 2002 года меня оставили на кладбище в Массачусетсе, завернув вот в это. Вы выступали в тот вечер». «Дорогая, я не имею к этому отношения. Это Кристиан, твой отец, а это мать, Анна». «Они были сатанистами, что ли?» «Знакомство с семьей. Наша семья живет здесь 5 поколений, у нас древний род». Откроет тайну. «У этой семейки темное прошлое. Моя тетка перерезала вены в ванной. Моя старшая сестра исчезла, когда мне было 4. Мира реального. Вокруг зло. Не верь этим людям, они слуги дьявола. И потустороннего. Они парализуют твою волю. Меня преследует одно видение. Я словно прикована к этому месту. Служи.